Новый мурал с изображением ребенка появился в парке «Лесная сказка». Автор эскиза и художник Николай Замятин считает, что такой образ счастья и улыбки позволит отразить энергетику детства. Опять же, какие-то холодные вечера, осенью, проходя мимо, будешь вспоминать теплый летний день и заряжаться энергией. Росписью фасадов Николай занимается 3 года. В городах и районах края можно увидеть много его работ. Например, космонавт на стене корпуса классического вуза. Он расписывал многоэтажки и детские сады в Барнауле, фасады в Березовке, Черепаново, Рубцовске. Аэрограф считает, важно не потерять целостность картины и добиться законченности. Сложности то, что масштаб большой. Здесь нужно работать большими пятнами. И не всегда углубляться в детали, потому что можно потратить на детали много времени, а общая картина и так и не прорисуется, так и не появится. Вот. Соответственно, здесь надо балансировать постоянно, чтобы картина постепенно рождалась, целостно, в общем, и постепенно проявлялась, и также она и выглядела в конце законченной. Это олицетворение беззаботности, совместная задумка Николая и молодежного движения «Первых». Так, накануне в парке провели фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности. Мы для себя вообще выбрали историю, что проводим не мероприятие для мероприятия, а для того, чтобы оставлять после себя определенный такой след, где было движение. Мы создаем определенную сеть муралов, да, то есть это живые рисунки, которые несут за собой определенную и эмоцию, и позитивный образ. Кстати, именно на фестивале по задумке все желающие могли внести свой вклад в создание мурала. В тот день подкачала погода, но ребята все же дождались мастер-класса. Как эмоции? Мне нравится. Ты прям уверена как-то? У тебя есть уже опыт? Нет, я первый раз эту штуку держу в руках. Что касается творчества, у Николая Замятина в ближайших планах украсить улицы Рубцовска, и, возможно, еще один мурал появится в центре краевой столицы. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.